Майские праздники начались для 77-летнего Петросяна плохо. Вечером 1 мая сатирик почувствовал недомогание прямо в своей квартире в Хамовниках. Он жаловался на боли в груди, слабость, головокружение, озноб и тошноту. Супруга Евгения Вагановича тут же вызвала скорую помощь. Медики настояли на госпитализации и увезли пожилого артиста в Боткинскую больницу. Как выяснилось теперь, там пациента поместили в реанимацию. Известно также, что 27 апреля Петросян перенес операцию по установке эндоссального импланта, он вживляется в кость челюсти. Операция прошла не слишком удачно, кровотечение из раны никак не останавливалось. Спустя несколько дней комик и почувствовал себя плохо. Доктора Боткинской больницы диагностировали у Петросяна воспаление, к счастью, не хроническое. Первая помощь была оказана вовремя, из реанимации юмориста уже перевели в палату отделения челюстно-лицевой хирургии. Сейчас он в стабильном состоянии, под наблюдением врачей. Отметим, что ситуация усугубляется еще и в силу хронических заболеваний Евгения Вагановича. В 2013 году он перенес операцию на сердце, ему заменили один из клапанов и установили несколько стентов. Теперь артист также вынужден наблюдаться по поводу кист в почках и атеросклероза. В последние годы за здоровьем любимца публики следит его молодая и энергичная четвертая супруга Татьяна Брухунова. Теперь Петросян правильно питается, посещает спортзал, регулярно вместе с избранницей отдыхает и лечится в элитных санаториях. Вместе пара растит сына Вагана.